В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и коронавируса. Прививку от гриппа сделали уже более 425 тысяч жителей региона. В группе риска, по словам медиков, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Врачи отмечают, что людям старшего возраста особенно важно пройти вакцинацию, чтобы избежать осложнений после болезни. Об этом помнят и сами люди серебряного возраста. Многие приходят в медицинские кабинеты на прививку. Вакцинироваться нужно сейчас в любом возрасте, в пожилом, я думаю, что особенно нужно. Во-первых, ослабленный иммунитет, всякие побочные заболевания хронические обостряются, а каждый год новый штамм, нужно делать каждый год новую прививку. Но как же надо себя поддерживать, это и молодым, и беречь себя не только для себя, но и для окружающих людей, то есть... В пожилом возрасте я могу заболеть без прививки. Я могу заразить своих близких, своих друзей. Меня это, конечно, не устраивает. Поэтому я за то, что прививки нужно делать.